Сотрудники госавтоинспекции совместно с комиссией по делам несовершеннолетних провели детский праздник «Форт ГАИ-2019» на базе оздоровительного лагеря «Сосновый Бор» в городском округе Дубна. Целью данного мероприятия является пропаганда правил дорожного движения, формирование навыков безопасного поведения на дорогах, укрепление дорожной дисциплины среди детей, подростков и родителей. Проведение мероприятия осуществлялось рабочей группой, в состав которой входили сотрудники администрации городского округа Дубна, а также представители комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В детском празднике «Форт ГАИ-2019» приняли участие пять отрядов юных инспекторов движения из трех городских округов – Дубна, Талдом и Дмитров. Честь представлять Дмитровский городской округ выпала ребятам из отряда юных инспекторов движения Орудевской общеобразовательной школы. Для детей была подготовлена конкурсная программа, которая состояла из нескольких этапов. Изучаем ПДД, санитарный пост, фигурное вождение велосипеда, ПДД, квест по ПДД, конкурс капитанов и творческий конкурс соблюдаем ПДД. Завершилось мероприятие подведением итогов и награждением победителей. По итогу конкурса наши дмитровские ребята заняли почетное третье место.